На площадке возле Горького 41 с полудня оживленно идет торговля. На два дня отрезок улицы стал пешеходным. Дары природы пользуются высоким спросом, покупатели берут, не торгуясь. А зачем сегодня пришли на ярмарку? За перцем. Купили по 2,46 килограмм. Зачем вам столько? Консервировать будем. Мешка 3 картошки, наверное. Хватает, в принципе. Семья небольшая, поэтому нормально. Конечно, сейчас овощи хочется, вот заготовочки делать какие-то. Ну, не рассчитывала, что так будет мало, но я все равно уже что-то купила, и сейчас еще пойду куплю лучок, потому что это необходимость. Огорода нет, дачи нет, и вот эта вот ярмарка вообще очень даже выручает нас. Допустим, вот баклажан, да? Здесь вот баклажан можно купить за 1,60 рубль, а на рынке такой цены нету. Большинство продавцов из года в год участвуют в таких ярмарках. Есть точки от центрального рынка, фермерские хозяйства, частники. Со своего огорода старые дедовские яблони, красивые такие вот старинные, не такие, что маленькие сейчас карликовые, а именно старинные яблони. С них хорошо печь шарлотку, ну, сок делать, запекать в духовке. Слоган на одной из палаток гласит: «Лучшие белорусские товары и цены». Пройдемся по ассортименту. Помимо овощей с фруктами, здесь есть дыни и арбузы, мед, свежее мясо и, конечно же, живая рыба. По 6,25. Его хорошо жарить, а вот и щуки получаются вкусные котлеты. Есть люди, которые покупают только щуку, ну, то есть конкретное наименование рыбы. Ну, нет таких, чтобы они брали там всякую. Вот у меня есть женщина, она сегодня приходит, они только щуку берут. На первый день приехали, они сразу у нас пакет щуки набрали и счастливые вышли домой. По соседству с палаткой постельных принадлежностей продают кусты роз, туи и самшита. Далее ряды одежды, головных уборов и теплых вязаных носков. Продавцы не забывают про безопасность. Вот и антисептики, все у нас, все для людей. Только пускай приходят и скупляются. Ремесленники из Полоска приезжают в Бобруйск 8-й год подряд. Тут уж глаз разбегается. Овечьи шкуры, наколенники и пояса, мочалки из крапивы, джута, льна. Все натуральное и сделано своими руками. Мы приезжаем осенью к вам и весной, вот когда вот эти у вас вот здесь стоит полностью, сейчас маленькая ярмарка, а то ярмарки до туда. И когда у вас вот этот венок дружбы, День независимости, мы приезжаем к вам. По сравнению с прошлым годом, цены на некоторые товары изменились. К примеру, за кило огурцов предыдущей осенью пришлось бы отдать 2,5 рубля. Сейчас же стоимость составляет всего 99 копеек. Мешок картошки обойдется в разы дешевле, чем в магазине. Ярмарки выходного дня продлятся практически всю осень. Торговые ряды расположены по улице Горького, проезжая часть возле дома номер 41, и Ульяновской возле Дворца искусств. График работы с 12 до 19 часов. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели.